Адмирал, еще раз говорю, 15 тысяч это минимальный ДПС на орке. Минимальный. Это край, блядь, больше не бывает. Средний ДПС на орке 17. Меньше 15, это даже можно больше 15, можно без Т5 даже дать. Да, я про это и говорю. Почему минимальный ДПС 15? Потому что без Т5 даже можно больше 15 давать. Нету смысла брать тех, кто, блядь, дает меньше 15. Толку от них. Привет. По 2 часа босса бить одного. Вот Бонд, спекнешься в танка. Так у него КД, он сейчас за ханта зайдет. Локи, я уже в инсте возле трэша стою. Через какой идем коридор? Через робота или через... На карту посмотри. В большинстве случаев люди направо выбирают, чем налево. Потому что в большинстве случаев люди правша. Ну хз, типа. За Альянс на Орде на Магике справа стоят, а на Альянсе слева всегда люди стоят. Как сумнете, всех скажете. У нас только Мосса получается отсутствует. Кому мутюсь, все остальные здесь. Он зачетного не Мосса. Типа, это, а чё апплис это? Рулетку типа красивую сделали, да? И тотемы поменяли шамана. Мы что-то еще сделали, не? Теперь. А? Поменяли. Т5 поменяли, как писали. Кому поменяли? Там кому-то поменяли. Где шкаф? Ну сейчас заебись. Видали, да? Шок кинул и 280 хосты на 30 секунд. Это вам заебись, нахуй. А кому-то не сделали такой же инстант. Я не могу понять, чем они мотивируются, кому-то они дали, типа, сразу, да, прок, а кому-то, типа, стакой. И... В чем мотивация, в чем в этом, я не могу понять. Ну не знаю. Хуй как, блядь, они это решали, я вот это не могу понять. Ну потому что элемы мало дамажат. Надо им так делать. Ну блядь, кто там, ДК остался? У ДК тоже сразу прок. Только паладины у них стакаются и все. Ну паладинам тоже можно сразу прок сделать. И все, остальные там хилы всякие, энки, хуенки. Отбегу, поем быстро, пока трэш бьет. Подождем Женька, трэш никто не бьет. А чё, ну подождите, хуй. Сейчас начислю еще. Пать, сделай РЧ, типа, люди с ОМОН не принимают, пожалуйста. Чё начислю, говоришь? Ну, РТ как бы началось уже. Ну чё ж мне теперь не есть, что ли, если не получилось? Я могу выйти и зайти на второго босса. Нет, а как опоздал. Чё там, как кто бы принял? Талдарам принял РЧ? Я думаю, от одного ДД как бы толк на 5 минут. Мосса, вот это, Мозер приняли, нет? Сейчас я здесь на аукционе покупаю. Монса, Френтикс, Лич, Мозер. Короче, Талдарам, Лич, Мозер и Мосса не принимаются, ну. Почему?
Ну, один на аукционе, другие фиг его знает, где нашли. Да я, блядь, даже нихуя купить не успел, блядь. Давайте быстрее. Ждем вас. Да я уже тут, а. Вайт здесь? Да. Дайте бафы, по одному вытягиваем оба. Как хорошо, что у меня на паладине КД-то. Перс ничего не говорил, будет, не будет. Вообще без понятия. Так а тут побудешь в сове, короче. Больше для контроля будешь в рейде. Для ДПС. Или ты будешь контролить и нора раздавать, да. Заливать. ДПС и так хватит. У тебя там 11-12 тысяч есть, так что. На ПК. Возвращаются в строй. И вертушка будет. Может быть. Осторожно, вертушки скоро будут. Воронка. Да, я уже забрал. Не забрал еще, вот она лежит. Чуть справа не сали. Дальше ничего нет. Я тебе хочу сказать, что это вторая. Две выпало. Я думал, одна все-таки была. Две.
Это его таунтил или агро такое большое? Агро. Я сейчас таунтом не пользуюсь. Ну, понятно. Я, в принципе, на ДК тоже редко пользуюсь. Интересно, как про товар будет опять 4 куска. Прям мечта. Не, ну хороший трешачок. 3 воронки, 1 была ешка. Паладином захотелось поиграть. Да мне достаточно одной билку сейчас поражать, чтобы игру сорвать с любого. Леша дал тебе ответственного за добычу. Окей. Так. Чего у нас? Ставлю рыбку. Кто тут не был, нихуя нет. Есть? Да не, они все были. Все вот эти новые все были. Не надо ничего объяснять. Так, ладно. Рыбу ешь. О, мосса наконец-то подтягивается у нас. Суманить. Друид. Быстрее будет, суманить. Не могу насмотреться на свой шлем. Еще же, наверное, надо сумануть. Сумантикова нет. Денчик раздашь тогда эти монореги, в раз кулаки, толдарам каски. Чё говоришь? Ты каски раздашь. Ну я раздал. Даю проверку на бафан, готов.
Играем аккуратно. Чтобы лишний раз не вайпнуться. Масса, давай быстрее. Здесь. Девайся. Манул. Рыба. Пробахайте его, пожалуйста. Так, напоминаю. Первая фаза. От одного убегаем, второго бьем, третью. На ренже все стоим друг от друга. На четвертом милике подбегаем только после бомбы, после коста бомбы. Вторая фаза, пухи. Три ханта, я думаю, на пол должен быть. Этот лич, посох отдельно поконтролишь. Разбиваешь косты ему. В принципе, все. По поводу следующего. Там обязательно держим рейндж. Буду анонсить, кого что свечит. И то еще предпоследняя фаза. Если не будете контролить, будет все печально. Поэтому все контролим, все делаем все, что надо. Дальше по поводу фениксов. Феникса убили, сразу же слили яйцо. Женек каст глыбы, адмирал каст глыбы и два роги каст глыбы на боссе отслеживаете. На этом. На ласт фазе. Рейндж не забываем. ДЦ есть. Так, по поводу ССов. На свое усмотрение два лока закиньте. Желательно закиньте. Может лучше по каким миликам. Показывает практика, милики дохнут до ласт фазы. Или по рестор друидам, без разницы. Еще раз проверка на пол и поехали. Все готовы, поехали. Пухи не забываем прожимать. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаленора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь! Щукать. Бронь. Раз. Разделено. Справились с моими лучшими советниками. Но перед мощью кровавого это не устоит никто. Зрите лорда Сангвинара. Эту кровь закрою. Сейчас рейндж набираем. Милики за РДД, за хилов отходи. Захиливайся ДЦ и пока тут та женка. Еще раз прохил их же и адмиралов. Отойдите от этого. Сейчас бомба сразу же будет. Отойдите. Идите бомбы как милики.
Все, идите, идите. Все, можете подходить. На пулу не забываем, сейчас пульсы появятся, все на пулу на меня. Отошли все в середину, стали ход и все убрали. Бьем сначала те пульсы, которые на мне. На пульсе пульсы. Иди, уйди отсюда. Лич, притяни этот посох в ту толпу. Захуярит ли этот бог сейчас? Угу. Сало ему. Пусть я разбираю. Отойдите подальше туда, в центр комнаты. Пошли пух. И катите этого первого топора там где-то подальше. Денчик, останься здесь, Войда прохиливать поближе. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Сейчас переключит. Милики, не бегите туда под бабу. Все, ровно обратно пойти. Все, РДД по бабе, милики по инженеру, подойдете после каста бомбы. Сейчас бомба. Ну, поехали. Идите за костом. Пару миликов идите сам Винара побить, который теряет. Бомба 3 секунды. Отошли, отошли, отошли. Жены берите, бабы. Бомба 4 секунды. Забивайте уже бабу. Че, милики, все уходите с Ангинара бить, который херяет. РДД по инженеру. Может, на 8 стоит?
босса сразу заберешь на себя. Все контроль не кинул. У меня есть пикинер, то я бабу возьму и уйду. Активация босса 10 секунд. Убивается. Раз. Босса забирай. Веру дали. Я бурстим босс. Да, забили? Да, убили. Милики внимательнее служены. Смотрим за лужами и снимаем пульки, когда лужа. Пришли МК, заберу больше. Контроль 5 секунд. Контроль. Как будто... Никитос, пока тут япончик. Я хантал за контроль. Следующий, а увлечь. Там феник сзади. Контрольчик, контрольчик. Выбор. Босс. Увлечка не стоится. Босс. Все нормально. Просиливаем их. Служи вышли, пошли феникса в себе. Быстрее босса в стенах. Феникса в себе. Милики, отходи. Бьем их. Куда ушли ты? Яйцо бейте. Все это клинул. Кто босс? Что, заберу, чтобы не сконтролил? Тут уже лужа под босс. Контроль 5 секунд. Отойдите, блять, оттуда нахуй. Босс. Мозер на все пока тут. Бера. Контроль. Что, контроль поснимал урока? Кинжалом поснимать. Улыба. Еще одна будет. Улыба. Каст. Милики, лужа. Феникс, феникс. Вас не двигается. Женек зачетный Элрей. Третья глыба, счет. Профил. Контроль, блядь. Рогу профил. Спрейте. Боже, вы лежали. Феникс. Феникс, феникс. Беги, беги, блядь. Знаем, подними пока тут. Набейте яйцо, пожалуйста, быстро. Все. Боже, не кипать. Не успели. Контроль Лёва забирает в Феникса. Блять. Вовремя. А чё два Феникса? Яйцо не забили. Не успели, всех откинуло. Я не заберу это вайп. Там агрон, а то мне не набьет. Ложимся.
фениксов слабо бьем. 7 ДРГД по этот по 250. Твоя карта бита. Я тебе говорил перед контролем босса там. Тебя толку, в смысле? Тебе говорил, забирай босса, блядь, перед контролем, чтобы на тебя не бросалось это. Да. И я тебя спросил, ты промолчал. Я говорил, давай заберу. Твоя карта бита. Все ДДР, ДДР 250 однозначно. Там еще весь Феникса убили, откинуло. Потому что Феникс... Слушай, взяли под всем РДД и ДД, блядь. РДД все бьют, никто не отлетает, блядь, 250. С какого вот, блядь? Ладно, милики отлетают, а РДД это все бьют. Последнее яйцо там вообще из РДД, по-моему, только Прист бил и еще несколько там. Хуй знает, я бил, блядь, и шипы в него сливал. Снял Феникс, мы его все били, появился второй, половину остался. Яйцо заливается в этом, блять, в количестве. 5 человек спокойно. У вас 18. Ты ДПС не хочешь проверить? Это не вдаю, просто посмотри. У меня есть факт. Яйцо не слито, значит виновата ДДРДД. Кошки своими оденьте. Раск, Женек пока тут. Шкаф поставьте, суманите. Что не хватает брони. Энергия, сила. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Бля, пухи оденьте, у вас пропали все. Будущее. Я говорю, что все переодели. Но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашаля Норре. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Готовьтесь!
советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Зрите лорда Сангвинара. Кровь за кровь. Аккуратнее, бомба сейчас будет. Бомба 3 секунды. Пойдите подальше от этого товарища. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя. Что же? Thank you.
Бомба. Меня выкинуло. Талдаран сказал, да? А, да. Бомба, милики, бомба. Милики, бейте другого. Гордо Сабина, бейте. Через 10 секунд активируется пульс. Геро. Лучше отошли. Контроль. Назад развели на Денчика. Пусть-то прожмите, пожалуйста. Феникса забирай. Уже вышли. Феникс. Контроль 5 секунд. Кота за контроль, я пуху снял, но все равно больно. Никса забери. Фрэнзикса не убейте. Фениксу играйте. Диспел дать? Уже мили.
контроль сейчас будет. Женька, не стоите. По Фениксу. Женька поднял. Женька, ты встать. Угу. Лич сталкер, можно бить Феникса? Мосса, враску подними. Кто дал БР тоже? Фрэнсис. Красавчик. Контроль будет 5 секунд. Феникс, убейте. Ой, подбить. Женен, повервульку. Не надо никакого БР тратить для здоровья. Контроль 5 секунд. Пока контроль снимется. Рогу не подниму. Ты что, блядь, что-то, блядь, белая эти дебила. Боже. Рендж набираем, но ждет. Мутация. Потом дайте каску по враску, по враске и жить. Вообще баф по ним обновить. Не спускайтесь. Нарте подними. Лужа. Баф обновить. Феникс справа. Лужа хант. Рендж набери.
Кто фениксов, блять, не бьет? Нахуя вы это делаете? Ебать. Стоит, блять, флок, хуярит феникс. Не босса, блять, а феникс. Я охуеваю. Вниз летите. Крокотус, БРДЦ. Попрот, не все выпили, что ли, или что? Не надо, Сопрот, все, у меня пьем с вами. Свинья по боссу, да? Лужа под босс. Добивайте босс. Не следите, чтобы ничего не получить. Что там на 5 этих штук? Сфера или яйцо? Ой, сфера или свиток? На 5 штук свиток. Ага. Плащик неплохой. Так. Так, дальше. Вперед. Звезды. А у меня что-то с нетом не в порядке. Кто-то выкидывает постоянно. Джайна. Сейчас дайте мне шмот разрулить. Можно пока лететь, да. Но не заходить. Да, там обычка. Давайте порт. Я адмирал. Леш, могу надеть прямо сейчас 25. Чариться и камни вставить, если ты станешь воронки из ГБ. Мейн спек. Воронки. А, не знаю. Кто по приору там первая? Нарсия вроде. Прости. Прости выше всех. Но есть ли у него Т5?
Т5 есть? Попросите, где в рейде. Не, мне не надо, мне не надо. Мне не надо. Япончику не надо. Прости. Т5 есть? Нет, так не получится. Сколько? 3, наверное. Шлицу. Локи надо воронки или нет? Наномет. Локи ролил. Слышалось там Локи или нет? Одну. Сейчас 3. Пиздец, видели словом? Идол сделали плюс 325 СПД просто, охуеть. Летите все. Целка. Так, Леха, я с вечерним рейдом на фул пойду, у меня еще нет, когда.